Отечественный прокат фильмов пополнился иранским мультфильмом «Ромашка лечится». Закрытый показ зарубежной картины прошел в алматинском кинотеатре «Кинопарк 11 IMAX Синтай». Мультфильм приучает детей к трудолюбию и показывает, что с помощью него можно достичь всех своих целей. Работу иранских авторов оценил и наш корреспондент Гафу Вали. Мультфильм повествует о жизни главной героини, маленькой овечки Ромашки, которая всю свою жизнь мечтала научиться летать. Окружающие родные и близкие Ромашки скептически относятся к, казалось бы, нереальной мечте. Но несмотря на это, она находит друзей, которые помогают ей следовать к своей мечте. Задумка и идея иранских авторов пришлась по душе казахстанским зрителям. Мне очень понравился этот мультик иранский. Он объясняет, что надо верить в свои мечты. И там трактор взлетел. И это меня очень удивило. Всем приходите в этот мультик «Ромашка лечится». Это детский мультик. Всем понравится. И взрослым, и детям. Всем-всем понравится. К слову, в картине имеются множество забавных и смешных моментов. Зритель с первой же минуты начинает сопереживать главной героине и надеется, что у Ромашки все получится. Также в мультфильме есть и несколько музыкальных блоков. Мы благодарим компанию «Кинопарк» и продюсера Ерлана Бухарбаева за организацию показа нашего мультфильма. Это историческое событие. Мы надеемся, что показ иранского мультфильма в Казахстане станет началом долгосрочного культурного обмена между нашими странами. Иранские режиссеры и продюсеры планируют совместные проекты с казахстанскими компаниями, а мультфильм «Ромашка лечится» продолжает развивать культурные связи между двумя странами. Гафу Вали, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы.